На 93-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный лесовод Республики Калмыкия, бывший министр лесного хозяйства Калмыцкая АССР Евгений Ильич Руденко. Вся его жизнь – яркий пример патриотизма, беззаветного служения Отечеству и делу развития лесного хозяйства в Калмыкии. Евгений Ильич отмечен многими боевыми и трудовыми орденами и медалями. Под его руководством в Калмыкии была разработана уникальная технология закрепления подвижных песков. Соболезнования родным и близким ветеранам выразил глава Калмыкии Бату Хасиков. Евгений Ильич всегда имел активную жизненную позицию. Его отличали подлинная интеллигентность, принципиальность, высокий профессионализм и интернационализм. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Конец цитаты.